Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Final Destination Chieftain называется этот уровень, собственно, так. Мы продолжаем тотально, аккуратно, батбитно симулировать, потому что так называется игра, и другого в ней, соответственно, занятия-то нет. Короче, против нас один единственный хер в бобровой шапке, и я не думаю, что он представляет себе большую опасность. Но у меня есть 400, и поэтому, как бы, я думаю, что я уже его выиграл, потому что тупо вот так вот я сделаю, и он уже умрет, потому что, смотри. Ага. Ага. Без проблем. Мне, как бы, совершенно это вообще никак не важно и не страшно. Раз, два, три. Ебать ты красивый, молодец, хороший. Какой, может быть, затыкай его, пацан. Тыкни, пожалуйста, ему. Не своего, это свой. А почему я до сих пор не выиграл? Подожди, здесь еще один. Я, знаешь, после этих ебаных пацанов в стогах сена, я вообще... А почему я не выигрываю? Жив бобер? В смысле? Хуелши? А есть у тебя мозг? Ты можешь бросить копье и просто, блядь, пяткой глазом уткнуть, нет? Не можешь? Кто кричит? Блять, бобер не может кричать. Это ты, я понял. А ты вот это все, да? Это все, что ты способен. Я понял тебя. Я сообразил. Сука, тупой дебил. Почему они не могут обходить? Окей, смотри, как делаем. Вот так вот. Читерство ебаное, смотри. Встань, блять! А в смысле? А ты ебанута? Или кто ты? Почему ты его не хилишь-то? Я тебя зачем поставил, дурачка, блядь? Так, что такое? Подожди, Knight 400 стоит. Берсекер 240, Валькирия 500. Ice Archer побеждает? Ух, блядь. Ice Archer побеждает? Ice Archer побеждает, нет? Пиздец, как можно... На, пощи... А можно еще Ice Archer один будет? Спасибо. Ага. Ага. И что ты задумал? Я понял, окей. Изучаешь физику, да? Преломление света, отражение от углов? Ты дурачок, блядь, совсем? Или где? Тебя сейчас опять убьют. Хорошо, будем умнее. Будем просто сразу умнее. Смотри, как будем умными какими. Вот сюда их поставим. Вот, обоих. Обоих, блядь, поставим сюда, смотри. Вот, отлично. Хорошо. Ну, другое дело, давай еще. Вот. Я думал, они метки. Вот, нормально. Молодцы. Хорошо. Синий, красивый. Заебись, даже бобер у него помер. Даже бобер помер. Хорошая на самом деле картинка, но, блядь, так сливает с общим фоном, что ты нахер ко мне на приюшку не попадешь. Пошел. Нужно было как-то и покраснеть, что ли? Покрасивше стать. Что опять не так? А, three mammoths. Ой, деревянный... А, их нихуя, в смысле, 4 мамонта на деревьях? Не понял. А как они... Посмотри, а как вы тут залезли? Как бы есть один вариант, как мамонты залезли на деревьях. Они родились на семенах, блядь. Маленькие мамонты родились на семенах. Семена проросли, и мамонты выросли вместе с ними наверху. Больше у меня никаких совершенно догадок по поводу, как эта хуета могла залезть на дерево. У меня, ну, либо прилетели люди с крыльями, инопланетяне с соседних планет, которые могут таскать на себе мамонтов, и, собственно, туда их посадили, потому что, ну, а по-другому как. Хорошо, мамонты. Что куда ты там, кто? Вот ты кто, блядь? Давай. Зачем? О, вызвался сам, представляешь? Я вообще ничего, он просто вызвался. Он говорит, я буду делать... Их 5! А, все, они не понимают, как это так. Они всю жизнь жили на маленьком пространстве, а тут вдруг огромная земля, они упали, не понимают, что делать. Я не понимаю просто, зачем? Зачем тебе это нужно? А ты покататься захотел? Захотел покататься на мамонтах. Ой, неплохой тоже селфач получится. Смотри, такой, типа, лег как на пляж. Такой, хорошо. Ладно, допустим. Я не знаю, зачем он вылез. 4 мамонта. Может быть, люди с камнями мамонтов закидают? Мне просто интересно, насколько хорошо люди с камнями могут справляться с мамонтами. Просто как бы людей с камнями много. Как бы, а как раньше что с мамонтами воевали? Примерно так и воевали. Собирали целое племя и убивали мамонтов камнями. Посмотрим, как это работает в настоящие века, в наше время. Действительно ли мамонты настолько подвержены камнепаду? И действительно ли их череп настолько плотный, чтобы противостоять небольшим булыжникам? На, поебалу.
Мне кажется, это мамонту насрать совершенно. Это, знаешь, это все равно, что, я не знаю, ну просто вот, знаешь, кучу бумаги свернуть и кидать, и ничего не будет. Единственное, что они застревают в деревьях, это как бы, типа, знаешь, вот как есть аттракцион, кинь в человека камень, чтобы насладиться. Они просто кидают мамонтов и им насрать надо. Мамонты ничего не могут сделать, потому что они глупые. Они вот потращиваются их от этих бивней бестолковых и застревают ими где угодно. А пацаны спокойно ходят, растаскивают, разбивают и любых мамонтов убивают, да кого угодно. А потому что пацаны умные. Пацаны понимают, что огромный размер, он мешает. И мамонтам конкретно сейчас, это вот прям вот, смотри, посмотри на глаза. Вот умные люди, смотри, стоят, просто умные люди. Один, блядь, умнее другого. Другой даже где-то камень потерял. Это вот как-то можно даже сделать вот так, чтобы их типа много. Ты че, блядь, ты этот, смотри, такой стоит? Главное, смотри. Все стоят, главное, смотрят на мамонта. Все пацаны нормальные. А вот это, сука, косится. Типа, бля, пацаны сейчас фоткать будут. Может, как-то по-нормальнее меня, это, с нормального угла меня снять, а то я всегда не получаюсь. Такой пес, ебать, хорошо выиграли. Ну, мамонтов, на самом деле, я ж покраснел, да? Мамонтов победил несложно. Так, ладно, а два мамонта и... 8. И 8 тележечников. И что нам это дает? Там ничего. Давайте мамонта на мамонта, во-первых, как бы. Блять, у меня денег меньше, если что. Ебать, ты что с тобой? Подожди. Ты сразу упал, я понял. Вот так вот. Ну-ка просто посмотрим. Насколько сильны мамонты? На, нахуй. Мамонт на мамонта сорвался, хорошо. Чей мамонт победит, вопрос века. А кстати. А если взять в расчет. А, блядь, ну, да ладно. Надо было посмотреть сначала, кто выиграет, а во-вторых, нужно было делать вот так. Смотри-ка. Если я каждому мамонту поставлю по дурачку. Интересно, их захилят, нет? Просто чисто. Он будет хилить мамонту? Будет, блядь. Будет, куда ногу денется? Молодчик. Не, ну это все, это победная каточка, потому что как бы... Куда вы пошли, хильте того, блядь? Каждого по... А ты чё? А смотри, а чё ты? А вы чё? Это чё, блядь, они просто попали в брачные игры и их снесло, блядь, волной или что? Так, ну один мамонт мой победил, хорошо. Второй мамонт, по-моему, сейчас в жопу принимает пару ударов. Да ладно! Я думал, они просто катаются! Они мамонта яблоко убили, нахуй. А, ну ясно. Это человек, который никогда в детстве не играл в игру, где нужно определенную фигурку положить в определенную дырочку. Он не понимает, что как бы... Слышишь ты, блядь, Бэмби, как тебя там зовут? Ты уже подрос, нахуй, куда ты лезешь, блядь? Эти дырки не под твой размер, Винни-Пух ты доисторический, блядь. Так, смотри. Тогда. Мамонты на мамонт. Где мои деньги, блядь? Где этот дебил? Сука, врезался. Мамонты на мамонтов — это не очень эффективно, потому что мамонты на мамонтов — это очень немобильно, это очень стрёмно, это очень не очень. Я поставлю катапульту, и мы убьем по мамонту. Потом я катапульту и убью по следующему, и катапульту и убью все. Окей, кидаем. Минус мамонт, хуй-то там. Зато минус куча народ тоже неплохо. Кидаем еще разочек, смотри-ка. Давай еще разочек. И раз! Дебил, блядь. Два! Хуй, катапульты мамонтов не убивают, понял. Возможно, стоит поставить The King'а. The King'а по одному и The Priest'а заебисто вот так где-то. Типа, почему бы нет? Просто чисто, знаешь, где-нибудь даже сидеть. Куда вы, блядь, ну куда вы ходите, ёбнутые? Я вас специально расставляю. Ой, блядь, их мама просто тупо жопой снёс. Просто тупо... Кто поёт? Их мама просто тупо... Ебать, это просто деревенская нахуй маховщина пошла. Их мамонт просто тупо жопой сню. Бля, ну это все. Как бы, смотри, не смеют свою короля кидать яблоками, серьезно? Или они типа, король порежь. Думаю, цирк какой-то. Бля, ну так-то короли затащили сейчас без всяких жрецов. Уйди нахуй, смерть, куда ты лезешь? Я подумаю, блядь. Да не бей своих-то, ёпта, придурок. Вон сзади тебя один упал. Бля, смотри, он кидает и прикидывается мертвым. Хитрожопая, сука. Он думает, я кину, прикинусь. Не понял. В смысле, блядь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Дед-то охуел. Он кидается яблоками, прикидывается мертвым и выигрывает. Ты что, блядь, обнаглел совсем?
Сука, тупые жрецы, бесполезные, пиздос. Ладно, окей. Боже. Почему бы, собственно, его не воспользоваться помощью? Такой вот, например. Ну как, а если есть деньги, почему бы не поставить? Пацаны, я просто подумал, что мы так справимся. Ну, король мамонта утаптывает, это логично. Как бы мамонт, он мамонт, а король все-таки король. У короля как бы и меч есть. И все, блять, ну куда ты пошел, король? Ну добей ты этого слона-то, ебаного, а теперь разноси круши красивое дело. Вот. Совершенно другое дело. Совершенно другое дело. Вот это красиво, вот это нормально. А ты, дед, сейчас получишь пизды. Ебать, что такой большой король-то, в смысле, а что с ним? Не понял. А что с тобой? А что он такой здоровый-то стал? Это как бы тоже не особо картинка, типа, король такой, что? А он такой, ну в смысле, что? Ну мы же с тобой давно знакомы. Что такой король-то большой? Бля, картина, конечно, сзади друг короля тоже подохуел мальцом. В смысле, ребята, вы чего, блядь? Ясно, понятно. Не будем влезать в эти королевские дела, в эти вот, знаешь, интриги вот этих высших чинов. Они нам тут... Мы как бы что увидели, так мы, собственно, и посмотрели. А то, что там просто так получилось, это уж никого... Собственно, ладно. А Big Confusion. Большая конфуция. Ой, конфуция, блядь. Как его? Конфуз. Конфуз, блядь. Типа, воу, нихуя. Вот это типа считается конфуз. Это в толковом словаре любого этого. Конфуз означает ёбан, нихуя себе, вот это я подохуел. Чисто значит называется войти в конфуз. Куча пацанов. А, блядь, а пацаны с бутылками и сраные щитовики. Ну ёбаны же все. Короче, нужно делать что-то со щитовиками. По идее, если ебаные барды у меня есть, а они вот, пожалуйста, стоят, то я могу их поставить... А я их не могу... В смысле, почему я их не могу? Могу. Я сейчас залечу вот сюда и поставлю их, смотри. Просто беру и ставлю. Барды же отсюда никуда не пойдут, я надеюсь. Они пусть отвлекают, короче, просто собою. Собою пацанов пусть отвлекают, а я в это время поставлю нормальных бойцов, которые будут просто их расстреливать. Лучники. Охуенно, действительно. Интересная задумка. Нравится мне, ничего не скажу, нравится. Да, думаю, задумка успешная весьма сейчас будет. А вот только поставлю еще какого-нибудь лучника одного сюда, одного сюда. И вот смотри, как все удачно сейчас выйдет. Барды отвлекают, лучники стреляют. К лучникам даже никто не подойдет. Ой, блядь, в смысле, вы что, охуели, в бардах стреляйте? Ну мы выиграем, это логично. Просто какого хера барды так плохо отвлекают? Я бардов специально поставил вниз, чтобы барды как бы стояли там внизу и приманивали всех к себе. Кто тут остался-то? А, блядь, еще ты как здесь оказался-то, алло? Он сейчас в толпу просто разъебет, стреляем! Вот и все, он сейчас мог просто вот сюда просто мог шмальнуть, жахнуть и все, и до свидания. Это было очень на тоненько. Так, хорошо. А это какая уже по счету, бля? 18-я серия сражений раз на раз. Ну, мы типа делали честно раз на раз, но раз на раз это как бы, честно, конечно, ну, скучно. Поэтому давайте сделаем просто, я не знаю, ну, нахуя? Зачем нам эти лишние проблемы? Мы просто чисто на мужика без щитов пойдем и все. Вот и пожалуйста, нахуй. Ну, просто, ну, толпа. Ну, что ты сделаешь против толпы? Ничего ты не сделаешь против толпы. Просто толпа такая, она имеет свойство. Она имеет свойство. Какие свойства есть у толпы, скажи-ка мне, пожалуйста. У толпы есть свойство, она многочисленна. Она неуправляема по большей степени. Она долбит рыцарей со щитами, как бы. Это тоже ее хорошее свойство, поэтому... Без проблем, но у проблем, вот, пожалуйста. Ага, здравствуйте, мы заебись. Это кто? All the potions. Все зелья. Все зелья. Это вот типа полумесяц, да, или смайли. Это типа улыбка, я понял. Это мне шарик улыбается, ты понял? Нихуя, натуре. Ты понял? Вот это, короче, река. Это не река, на самом деле, это глаз такой. Это глаз, а это улыбка. Это типа посередине... Нос. Мне улыбается шарик, и тебе тоже. Смотри, нам хорошо на сегодня с тобой встречают. Интересно, весело. 6 тысяч нам с тобой дали. 6 тысяч на кучу пацанов зельями. А сколько их тут, не интересно? Я поставил столько же своих же, но мне кажется, это будет глупо. И...
Где тут? Где мои змеевики? Вот они веселые парни. Я думаю, они мне зайдут сейчас без проблем. Я просто змеи туда накидаю. Да идет, смотри. У каждого солдата есть свой звук. Иди... Что? Что ты сказал? Секунду. Секунду. Я не понял. Секунду. Что, блядь? Что, простите? Я, блядь, показалось, мне кажется, мне... Хорошо, что... Я думал, меня нахуй послал. Я уж хотел расстроиться, думаю, в смысле, что это? Как это... Охуел, хотел я ему сказать. Ну, как бы здесь решается все буквально вот так вот. Три змеи, четыре лучника, все пиздец, все нормально. Поехали. Опа. И все. Вот, собственно, и все. Как бы вот, собственно, и все. А это все. Это как бы вот, собственно, да. Ну, просто чисто как бы немножечко подбавили зверья. Знаешь, это скучно здесь. Все-таки животные, животинки. Куда вы ползете? Что с вами? А, нет, все нормально. Я до сих пор немножко... Ебать, это этот из Человека-паука профессор, да? Это Октавиус, блядь. Натуре, блядь, Октавиус, блядь, где остальные руки? Где ты их потерял? Ну, как бы это знаешь, это пасхалка, отсылка, это что-то такое. Но это явно как-то... Ебать, как много, да? А, нет, это... Фу, я перепугался. Я думал, это все пацаны с медведями. А, one at a time, please. Одного вовремя? Одного и вовремя? Что это имеется в виду? Один и во... Баллиста? Во всех сразу? Да-да-да! Слыхал баллист, что сказал? Ну-ка. Блять. Это бросочники. Это берсерки-бросочники. Они все будут кидаться по одному. И это плохо, потому что к ним нужно как-то успеть подать... А сколько их? 3, 6, 9, 11. 11? Я правильно посчитал? Ладно. 11. 11 бросающихся людей. 11 неадекватных бросающихся мужиков. Это интересно. А что будет, если они бросят на Минотавра, а он их убьет? Просто чисто, знаешь, и Минотавру мы еще подставим, ну, чуть-чуть немножко читерства вот этого. Подбавим здесь под Минотавра, потому что хули бы и нет. Ага, читерство раскусили. Мое читерство раскусили, я понял. Блять. А просто интересно, ты раскидаешь их, нет? Давай красиво делай. Просто делай красиво. Хули тебе... Чё они тебе сделают? Ты просто дурачки с топорами. Ты, блядь, Минотавр! Ты же Минотавр! Вот, пизди в бочину ему! Пизди в присугу в бочину! Возьми его за трусы! Вытяни ему резинку! Красиво, молодец. Вот это давно бы так. Ну, смотри, он просто их взял и раскидал. Да. Посмотри на его лицо. Умное, красивое, хорошее лицо. Вот он, главный герой. Вот он! Вот он, мал... Блядь, подожди. А можно тебя взять более чуть-чуть вот... Можешь улыбнуться? Улыбнись, пожалуйста. Нет, ты как-то, я хочу, чтобы ты смотрел и радовал меня своим взглядом. Нет, с той стороны слишком светло. Освещение то. Вот так хочешь быть на превьюшке? Хочешь? Типа вот так вот. Типа я Минотавр. Я вас всех там это. Я вас всех там это. Вот так неплохо, на самом деле. Хотя и с королевскими интрижками тоже неплохая превьюшка, если там вот уголочек подобрать. Почему бы и не сделать? Мне кажется, королевские интрижки. Это же охуенное название для серии, да? Королевские интрижки. Звучит? Охуенно звучит. Согласен. Бля, серьезно, это месть? Месть за прошлый раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь минотавров. Семь минотавров, и я один. Интересно, 7 минотавров и я один. А кого могут победить минотавры? Они могут победить всех. Они сильные, я понял. Сколько стоит короли? Сколько стоит короли? 1400. 1400. А сколько получится королей? Раз, два, три, четыре, пять. Вот король вышел. Да. А вот можно еще вот так вот? Типа, знаешь, ну а почему бы нет? Королям нужно поднимать настроение, чтобы им было весело, хорошо, задорно и скосиво. Искосиво. Да окей, поехали. Просто пока барды отвлекают минотавров, короли будут их пиздить. Это все логично. Все очень логично, но весьма непонятно, потому что уже кого-то ебут. А, ебут барда, я понял. Ну, как бы бардов, вот, пожалуйста. Все, он даже с ними лег, я понял. Ебать, у него грудь волосатая, ты посмотри. В смысле? Нахуя? Тебя пиздят, а ты играешь. Вот у барда жизнь, да? Ты видал ее грудь волосатая какая?
Ебать, они на пару его просто раскатали. Один подбил, другой ударил. Хорош, у него волосатая грудь. Откуда, блядь, у Минотавра волосатая грудь? Это что такое? Это что за... Ну, на самом деле, барды сейчас сделали все по красоте. По крайней мере, два короля выжило точно. Что ж ты будешь делать-то, ебаный тебе, брат? Вот это уже мужик страшный. Вот это уже мужик с топором. Это уже опасный парень. Опасный пассажир, я бы назвал его так. Нам нужно чем-то вот таким, знаешь? Чем-то вот таким. Чем-то вот таким. Вот чем-то, например, может быть, вот таким. Или вот... Давайте вот... Смотри-ка. Вот смотри, вот таким, во-первых. Вот таким. Потом я его еще и отравлю, пока он ко мне идет. И до кучи в конце, в самом-самом конце, придет мужик Сариса и убьет его нахуй. Придет тот отсюда. Он просто кольнет ему в спину чем-нибудь. Заебись. Ни разу не попал. Хуёвый у тебя процент попаданий, конечно. Коси его. Коси, пока он лежит. На. Давай еще. Коси быстрее, блядь! Коси! Молодец! Еще коси! Бля, всех отравил. На, нахуй. Вот, хорошо. Но ты должен был подойти в конце, дурачок. Я же рассчитывал на... Пожалуйста, ты к ним... Вот, молодец. Вот. Ну, вот, смотри. Вот он дурак. Я ну, как бы это стоп, это доказанный факт, потому что так, ну ладно, стесняться. Че ты такой-то? Да, я убил, я молодец. Ну, дурак — это доказанный факт. Он застревает в текстурах, ему ничего здесь вообще не грозит. А ты что такое? Такие у них лица такие разные. Я охуею. Но он выполнил свое предназначение. Я ему сказал: придешь в конце, заколешь нахер. Пришел, заколол. Молодец. Да. Поехали дальше. Блять, эти уровни как-нибудь закончатся? Нет, мы это прохождение вот это вот делаем. Это уже... Вот эти уровни, они бесконечны. Ой, блядь, думаю, птички. Они бесконечны. Их еще очень и очень много. Их просто до хера. Придется разрабатывать. Ебать, как это сложно! В смысле? Это валькирки и воронки! Валькирки и воронки — это летающие войска! А к одним хуй подбежишь, другие сами подбегут и выебут тебя вообще щели. Подожди, это и по... Не-н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 е. Это слишком имбовое сочетание. Я вообще на это не согласен. Я не подписывался на эту хуйню. И что мне с ними делать? Бля, а Зевс сможет карать летающих врагов? Мне просто тупо интересно. Вот взял и покарал летающих врагов. Почему бы? Ну-ка, как бы почему? Давай-ка, ну-ка, ёбни как следует. Зевс, летай в небо. Хуя себе, вот это поворот, блядь. Это очень интересно. Можно я воспользуюсь помощью этих дурачков опять? Вот этих вот, вот этих вот. Вот они же очень полезные, дурачки-то. Они же должны меня отвлекать и спасать. Бля, на Валькирии не действует молния, что ли? Я не понял, они до сих пор все живы. А, нет, одну вон, ёбнули. Так, вторую ёбнули. Открыли, нахуй, разлетелись. Так, подожди, барды кончились, это печально. Зевса выебли вороны, представляешь? Обычные вороны и все. Ну как обычные, нихуя себе обычные, это вороны-генералы. Как бы мы с тобой прекрасно знаем, кто управляет всей вселенной. Но нихера себе это так быстро получилось. Ну подожди-ка. А это стратегия... А где они? Подожди-ка, они же здесь. Сколько они стоят? 1200. А чё я ебу мозги? Как бы знаешь, как говорится, клин клином вышибают, а ворон воронами... Ворон воронами? Все же логично, клин клинами, ворон воронами, смотри. Так, нет, неплохо. Нужно как-то рассредоточить войска, чтобы не было одного большого сильного куска. Вот так будет хорошо. Вот так будет нормально, смотри. Пока валькирии хуячат всякое говно, сейчас начнется дикое провисалово, по ходу дела, потому что слишком много ворон. Так, вы подождите-ка, вы немножко расслабьте хватку-то. Ты что, дебля, делаешь-то? Ты прекрати нахуй такое это и заниматься-то. В смысле, что так быстро-то? Раз, два, три, 9 валькирий, 4 пугала. А если... А? Это воздушные игры. Автосалон какой-нибудь, я не знаю, там, блядь, как это называется, проводится у самолетов, там, МАКС 2019, ну, типа, новые выступления. Да, да. Как это, блядь, в смысле? Да какого же...
смысле? Не понял. Ты как так? Это что за маневр? Она ей тыкнула в ляжку. Подожди, а вороны не считаются за победителей, что ли? Клан змеи считаются, а вороны нет. Нихуя она изъебнулась, под нее залезла. Смотри-ка, как чикнула. И как они, как шпажисты. Хер пойми, откуда их шпага вылетит в следующий момент. Ну хорошо, но это дурачка чисто. Как бы, не победа, есть победа. Там победители не судят. Там вот, отстаньте от меня с этими валькириями уже, в конце-то концов. Бля, эти валькирии слишком имбовые, по ним хуй что попадешь, хер что им сделаешь. Валькирии слишком быстрые, они слишком быстрые, они слишком быстрые, слишком сильные. Это нехорошо. Бляха. Муха. Чего такое-то? Ну-ка, может Минотавр въебать валькирии апперкот, чтобы она просто забыла нахуй откуда прилетела? Есть такой вариант? Ну-ка. Так, ладно, Минотавр может въебать кому угодно, по ходу дела, кроме Вальки. Хотя... Ладно, Валькирия сейчас... Он сейчас и Валькирия... О-о-о, все ясно, понятно. А, нет, он что, живой? Один. Правда, один, но ладно. Да бляха-муха, ты посмотри. Что? Что? В смысле, вы чего? Так, ладно, а если я поставлю по защитничку по одному? Даже не по одному, а по много, вот и так вот, ну-ка. Просто первую атаку отразят защитники. Они что, реально одноударные, что ли? Ну, допустим, первую атаку отражают защитники. Бля, просто выебал эту, нормально. Это кто? Встань! Встань, дури. Да твою мать, какие сильные валькирки, блядь. А, нет, хотя он ее делал. Но это все, это победа. Это победа по-любому. Да стой! Я пытался... Нихуя, это что за атака такая дерзкая была сейчас? Давай, ты сможешь, я в тебя верю. Ему скользко. Ну, понятное дело, что ему скользко. Он в проигрышном положении. Они-то, суки, на тачанках, на конях, на своих насанках катаются. Красиво, бля, остановил. Он просто тыкнул навстречу, нормально. Давай, давай, делай красиво, Минотавр, давай. Во, еще одного выцепил. Блядь! Вилы! Нет, нет, спокойно! Да дай ты ему тоже в пачку-то по его вот этой шевелюре, ёбни разочек! Димон! Да не я тому! Кто там кричал? Димон? Чего? Встань! Не надо! Давай, пизди его! На! Да не этого, чуть-чуть! Поймай его за волосы, вот так возьми его от этого! Ну поймай! Нет! Не может яблоко убить Минотавра! Ну вы чё? Ну не может яблоко убить Минотавра, блядь! Сука! Так, ладно, окей. Нет. Но это все дело в валькириях. Они слишком дохера вначале. А давайте их застрелим. Че вы ебываться? Взяли, застрелили просто вот пачкой такой нахуй. Вот, ну такого уже никто не переживет, совершенно верно. Полностью согласен. Или переживет. А, ну у меня лучники дебилы. Это понятно. Это с самого начала было ясно, что они ебнутые. Их сейчас просто тупо всех передавят. Они вообще не понимают, по ходу дела, что нужно пли одновременно, причем побыстрее, что перезарядка у луков существует, да? Они просто ходят, вообще луки-то уметь держать, нет? Что ты делаешь? Это не так делается, это надо натягивать, а не... На, нахуй. Они реально сейчас проиграют, блядь. Такая толпа лучников и проиграет, серьезно? Стреляй в нее, хуй ты стоишь-то! Ой, блядь, не понимаю, что с ними не так. Давайте морозных лучников, хорошо, давайте их. Давай, давайте я их немножко рассредоточу, потому что, мне кажется, в толпу залетают, там мечом, блядь, лишним 15 раз получают, и это очень сильно не очень. Поэтому их нужно как-то пошире поставить, чтобы валькирки растерялись, и их потом просто быстренько раз-два, и все, и до свидания. Так, хорошо, давайте вот так вот сделаем. Ну-ка, а сейчас? Я ничего не понял, первый выстрел я пропускаю все время. Первый выстрел летит, и все. Ну, в принципе, замораживание валькирок должно как-то помочь. Они будут не такие дерзкие, будут не такие быстрые, не такие юркие. Хотя один хуй всех убили. Бля, валькирия — это что-то вообще жесткое, по-моему. Валькирия — это что-то нереальное просто. Блять. Может быть, поставить короля? А почему бы нет, собственно? Пять королей справятся, нет?
Сколько королей, сколько валькирок держит король, мне интересно. Сколько валькирок за раз он может оприходовать? Как бы они убили... Бля, ну короли-то... Короли спасают просто в любой ситуации. Вот эти вот королевские интрижки, которые нас не особо волнуют. Но они нам помогают, на самом деле. Бля, один король остался. Один на один. Блять. Да ну нет! Ну хорош! Ну давай еще раз! Ну это была победная катка, ну видно же бы. Ну блять, ну нечестно, она летает, конечно, по ней хер попадет. Крылатая мразота, сука! Тонди-ди-донди! Она все время одна и та же выигрывает! Вот теперь нормально. Теперь королей осталось много. Вот, другое дело. Другое дело! А то есть что-то читерская валькирка, она приходит в ней жизни бесконечной, мразь такая. Конечно, она будет побеждать, прямо в ней жизни бесконечной. Ты куда ехать-то собрался? Ты в курсе, что там забор, блядь? Пацаны, а давайте покатаемся между стенами. Охуенная затея. Очень классная идея, я согласен. Это очень здорово. Серьезно, куда он поедет? Они же должны как-то, ну, ездить, разгоняться. Какой смысл в этом, мне интересно? Блять. Надо что-то такое, что... Что-то такое. Может быть, им лежачего полицейского подставить? Ну, я, конечно, понимаю, что это не резина, а это нихуя не копья, не колышки. Ну, ладно. Ну, чисто, знаешь, такое доисторическое ГАИ. Доисторическое, конечно, яблоко не кидается, блядь. Действительно. На нахуй, деревенские пошли в атаку. Берегите свою сраку, блядь. Да убейте его, ёб твою мать, он с вилами, ты маг или куда? Колдани чё-нибудь. Да, вот, спасибо, блядь. Стоит, ебать, у самого вилы в четыре стороны, не может, блядь, мужика убить сельского. Ты ебанулся, что ли? Ой, бляха, они времена меня... Да нет, в смысле, вы чё, ебанутые? Вы чё, блядь? Вы совсем, что ли, обкурились нахуй? Куда? Раз, два, три, блядь, это 8 королей и бард. Ладно, короли, блядь, но бард-то здесь зачем? Он, сука, всех себе примает, так короли их всех перемолят. Не, а реально, а как с ними справляется же, блядь, они же непобедимы, в принципе. Не, ну тут только морозные лучники, мне кажется, больше ничего не поможет, блядь. Пиздец, 8 королей! У меня на 8 королей даже денег не хватит! Чё за бредни-то? Это ж ебануться, ну. Ой, короче, долго вас расставлять. Сделайте красиво, пацаны. На нахуй. И ни в кого не попали. А, нет, попали, нормально. Смотри, им похуй вообще, они идут. Они идут, они отмороженные. Их заморозка вообще не работает. Посмотрите, сколько в нем стрел, блядь. Это же ежи, сука, королевские ежи. Дикобразы, блядь. Дикобразы, их ничего не берет. Их не берет ни одного, они одного только убили. А, ну в принципе, до них не дойдут, по идее. Это, конечно, было весьма вероятно, но... Но лучники, да. Лучники им будут, хорошо. Сука, ходоки ебаные белые. Отлично, затащили, сколько там времени надо заканчивать. Бляха, ну это нереально просто. Ты, да давай, а почему бы нет? А давайте, давайте поставим 5 кораблей и 1000 рублей дадим мне, чтобы я взять с этой 1000 что-то... А что я себе сделать-то могу? Алло? Я поставлю 2 валькирок, они всех выиграют, смотри. Они попали в валькирку, серьезно? Бля, они попали в... Подождите. Нет, ну они, конечно, могут скинуть себе... Я могу! Опять-таки, используя силу... Куда ты, блядь, вылезла? Силу вот этого ебанца? Мы можем, по идее, стравить с них все 5 кораблей. А валькирка просто всех достреляет, смотри. Смотри, корабли полетели. Раз корабль, мимо нахуй. А валькирка, не подлетай под корабли, ёбаная! Не подлетай под корабль! Блять, подлетела под корабль, я хуею. Так, валькирка, да пропади ты нахер. Сюда, иди вот сюда, вот, валькирка. Давай вот сюда вот тебя поставлю. Вот сюда. Вот, все, поехали. Ну, чтобы они быстрее избавились от этих кораблей. Быстрее! Так, ты что там, забыл, как летать?
Бля, бардов не хватило, что ли? Ёбаный свет. Так, ладно, этого чикнуло. Но корабли-то остались. Да ёбаный же в рот! Тупые барды, блять. Подожди, а может расставить их поближе? Мне кажется, эти просто в одной куче встали, поэтому до них не дошел никто. Давайте вот так вот сделаем. Вот так вот, ну-ка. Сейчас первые кинут, потом вторые кинут. Они застревают там! А, не, нормально, все нормально. Все, все, вот сейчас будет хорошо. Кидай, сука. Кидай свой сраный корабль, блядь. О, минус нахуй. О, Валькирка, отойди! Красиво, все, выиграли. Сейчас она их зачикает. Она же, блядь, имба, она же вообще неубиваемая. До свидания. Блядские барды, что же вы делаете-то, дебилоиды? Так, ладно, нужно кого-то, кто потом добьет как-то, я не знаю как. Морозного лучника одного поставить. Вот так вот, пусть добивает. Так, минус корабль. Минус корабль. Да, блядь, ну серьезно, как, что с ними сделать-то? Пять кораблей, ну можно по идее как-то берсерка что ли в них направить? Вот так просто по одному. Вот и минус сразу 5 кораблей. А берсерки еще живы. Причем живы, блядь, все. Просто берсы бесчинствуют. Смотри, что делают. Красиво. Только у этого, блядь, весло большое. Он может добить всех берсерков сейчас. А он так и сделает, скорее всего. А, нет, корабли-то уходят. Раз на раз. Раз на раз. Давай, берс. Делай красиво. Сука. Да прекратите, он же свистло, это нечестно, у него палка длинная. Вот, все. Это другое дело. Совершенно другое дело. Ладненько, давайте на этом и закончим сегодня. Сегодня, ясное дело, выпуск про королей. Сегодня королевские интрижки просто наделали все. Они сделали красиво, они показали все, что можно. Они как бы короли, а им заебись. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи, все, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.